Грандиозный и красочный праздник прошел 30 июня в Северском доме культуры. Отчетный концерт в студии спортивного танца «Диана». Одной большой семьей радовались успехам ребят помладше и проводили во взрослую жизнь выпускников. Всех своих детей основатель и бессменный руководитель студии Диана Горохова называет «золотыми». И это правда. В 2021 году на соревнованиях различных уровней ребята завоевали 145 медалей высшей пробы. Успешно защитили звание кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Это результат успешной работы тренеров в студии, взаимопонимание с учениками и большая любовь к своему виду спорта. Еще немного, еще чуть-чуть, наш выпуск свой. Отчетный концерт студии «Диана» наполнен словами благодарности, слезами счастья, объятиями и, конечно же, танцами. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы легко далекая любить. Самые трогательные моменты – это прощание с выпускниками. Многие из них пришли еще малышами, а вышли взрослыми и уверенными юношами и девушками. Мы любим, спорим, вдохновляем. Мы скульпторы из маленьких детей, как Андерсон из «Гадкого утенка». Мы лепим белых лебедей. И нет чинов, и нет медалей. Не в этом главное, а в том, чтоб тренеров не забывали. Те лебеди, что созданы трудом. Студия спортивного танца «Диана» – это большая и дружная семья, объединенная спортивной акробатикой. Они – сила, яркие и впечатляющие выступления, гордость Северского района.